Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня воскресенье. В этот день Иисус воскрес. Так что и тема поста — Патриарх Кирилл и группа Pussy Riot. Вы знаете, я вам хочу сказать, что в русской истории, в истории русского православия были разные патриархи и митрополиты. Был там Исидор, который пытался насадить веру латинскую. Был Зосима, который пытался веру насадить, наоборот, Зосима иудейскую, а Исидор католическую. Да, ну все это переживало. И, так сказать, православие же, оно не в крестах и не в танцах в церкви. Это никакой угрозы совершенно не несет. Я вот бабке 90 лет рассказал, говорю, девок сажают, а что им сделать? Я говорю, танцевали в храме, в платках, там, в шапках. Показал ролик, она говорит, а что, их сажать за это, что ли? Я говорю, ну вот, патриарх сказал, что надо сажать. А мы тоже, говорит, в детстве свиней пускали во время службы. То там, попу чем-нибудь измажем, сапоги и так далее. Какое отношение? Это никакого отношения угрозы к вере это не несет. Это и православию никакого угрозы это несет. Оно переживало и переживет и нас, и так далее. А угрозу несет то, что сегодня на одно рабочее место 17 работников, то, что мафизирована вся система управления, уничтожена экономика. Если бы Кирилл действительно был патриархом, русским патриархом, то он бы не хвалу пел Путину, а с кафедры бы возвал бы, так сказать, как наши, так сказать, митрополиты, хулу бы на него, проклятие бы на него возвел. В свое время, когда Ельцин был у власти, и страна гибла, 2 миллиона безработных, бездомных детей, сейчас тоже такая же ситуация и так далее. Были отцы церкви, не патриархи, не руководители, а отцы, которые даже доходили до того, что делали, деньги давали оппозиционным кандидатам от КПРФ. Почему? Потому что прекрасно понимали, что страна гибнет вот от этого режима, а не от оппозиции, там, не от коммунистов. Никакой, наоборот, они угрозу не представляли. В годы войны входили в партизанские отряды. Я как бывший сотрудник КГБ хочу рассказать. Я видел эти документы, что вся система организации партизанского движения, агентурная сеть на Западной Украине, в Прибалтике, она вся во многом, ну не буду сейчас детали рассказывать, там глифы стоят, но тем не менее очень много приложили, то есть отцы церкви, которые с связниками работали и так далее. То есть все это было, все прекрасно понимали. Сегодня то, что там какие-то кресты взорвали, да не какая-то все ерунда, ни к православию никакого отношения, мы построили кресты и так далее. А то, что вымерло 12 миллионов человек, и Гельман никакого угрозы никому не представляет. Он совершенно человек нормальный, у него искусство, так сказать, своеобразное. Может, нравится, не нравится, но, так сказать, видеть в нем какого-то врага, так, в них. Ну, перевернули они эти машины. Ну, нарисовали они этот член, так сказать, и так далее. Ну, посадились из состава. Там тем более нет состава, административное правонарушение. И все, это все ерунда. А угрозу представляет этот режим. Абсолютно преступный, абсолютно аморальный, абсолютно, так сказать, конченый режим. Если ты патриарх, если ты действительно болеешь за страну, за отечество, за историю, то это этого нельзя не видеть. Что практически Путин и его команда гонят страну в такой кризис, в такую яму. Почему? Потому что отменили выборы, все мафизировали, все раздали. И, так сказать, так себя вести, устраивать какие-то провокации. Я хочу еще обратиться к сотрудникам ФСБ, бывшим коллегам, что вот это руководство, оно все равно в ФСБ, оно сядет на скамью подсудимых. Они заведут, доведут до ручки. Почему? Потому что задача ФСБ, прежде всего, это соблюдение законности. Как, так сказать, отцы русской церкви должны всегда помнить о русском народе, прежде всего. Церковь, конечно, важна, но, так сказать, она без народа ничто, и народ без нее ничто. Но она должна подпитывать себе население. Так и здесь. В любые годы должны соблюдать законность. Прежде всего. Поэтому ни в каких провокациях участие не принимать. Отказываться. Там хоть и молодые пацаны, потому что они все разогнали. Все, весь аппарат ФСБ. Всех, так сказать, кто мог. Но тем не менее, никаких наркотиков никому не подбрасывать. Никого, так сказать, просто так не сажать. Есть состав преступления? Сажать. Нет. Это вот это и будет нравственный ответ. Бывают времена, когда
нужно, так сказать, получать оплеухи, садиться в тюрьмы, в психушки. Я, например, горжусь своей судьбой, я ничего не поддавался и действовал строго в рамках закона. Если совершили негодяи из руководства ФСБ преступление, ну что, дальше надо садиться в тюрьму. Поэтому да, сложно, трудно, будут ломать, будут устраивать провокации, сажать будут, заставлять, чтобы вы его сажали, так сказать, подбрасывали и так далее. Но вы должны понимать, что сейчас, как никогда, страна подошла к ситуации выбора. Она стоит на перепутье. Гибель уже вот, очевидно, уже запах смерти. Потому что этот режим довел до ручки, он отмороженный этот тип. Его же он знает приказ, что вот власть если уйдет, его ждет скамья подсудимых и все это все покажем, что он там вытворял. Поэтому надо понимать, что служите России, прежде всего, стране, и ни в каких провокациях не участвуйте. Есть закон, и все будет нормально. Ваш Бессонов Алексей Борисович.